хорошей ночи. Мы споем вам некоторое количество песен разных, и джазовых, и джазовых, и советских, и несоветских. Начнем мы всегда, уже много лет открываем концерт, свои концерты, очень удачные, на мой взгляд, песни, которые написала в свое время американская певица и композитор Юн Кэссиди. Называется она «Way Beyond the Blue». Joy, love, nation, rise, join their tribe.
ну, по-разному трактуют, то есть не трактуют, а определяют срок написания этой песни, то ли 1825, то ли 45. В общем, короче, это, вот то, что мы вам сейчас споем, считается одним из первых написанных на библейский текст Господов. Как всегда, автор слов и музыки неизвестен, так и пишется, Павлик Домаль. Называется это произведение «Down to the River to Pray». Подсказка программы.
композицию из нашей программы, которая посвящена ансамблю «Битлз». Первая композиция мы споем вам о... Ну, вообще, эта песня, очень немного песен, которые написал Маккартни вне содружества с Ленноном. Вот эта песня написана Полом Маккартни, Леннон только добавил несколько фраз туда в текст о том, что когда ты умрешь, то твое имя священник забудет. То есть песня такая, веселая песня о безысходности. Называется она «Another River». Thank you.
Сейчас мы споем вам еще одну песню. Глубинулся такая песня раздумья, размышления, что ли. Размышления не очень молодого человека о том, будут ли его кормить и вообще пустят ли его домой, когда ему исполнится 64. When I'm 64. Thank you.
аранжировки к ним написал заслуженный артист России, тромбонист, бенд-лидер Александр Сухих. К сожалению, его уже нет с нами, но вот мы поем в аранжировке и этим сохраняем память о нем. Следующая песня, которую мы вам споем, она звучит в фильме «Большая жизнь» во второй серии. Написана она Василием Соловьевым Седым на стихи, не помню кого, ну ладно, не так важно. Называется она «Что так сердце растревожит». А три года ты мне
Ну, оказывается, нам уже пора заканчивать, тогда мы вас поем вам попури на тему группы АППА. Может, чтобы достойно закончить.
Ночь в музее продолжается, и продолжается концерт в этом зале. Скоро выступит коллектив «Старая гвардия».